Ваше здоровье! Все нормально. Загибок желтой ветки на сцене. Аю! Это нельзя купить, это нельзя продать. Это нельзя отдать предателям, это не может стать указателем пути вспять твоим братьям, если ты не блядь. Это нельзя купить, это нельзя продать. Это нельзя отдать предателям, это не может стать указателем пути вспять твоим братьям, если ты не блядь. Кто-то рвется в теле, кто-то кадрит этим телок, но это мудаки, их дерьмо меня не шторит, они не шарят. И слушатель, это школьник, они не отпускают мысль выпустить сольник и хоть прочесть тот книг, не прочесть, о чем трек их друг, это интернет, скажи таким нет. Не дай им даже шанса жрать за наш счет хлеб, дай обед, утопить их в собственном дерьме. Мне не нужны фанаты, чтобы делать эта группа. Был полковник Пупов. Было время глума, сейчас время стрелять нубов. Беру микро, не было бы быту нищим утром. Как много стало рэпа, как много стало трёпа. Но если думать в целом, это глубокая жопа. Да я и сам тоже, походу, не вышел рожи. Вместо музыки режу лупу в саундфорджи. Но если ты такой же, чувствуешь бит кожи, куришь, как лошадь, забивая на осторожность, станет меньше параши, свергнут мощь. Все будет пиздато, брат, но это будет позже. Это нельзя продать. Это нельзя отдать предателям, это не может стать указателем пути вспять твоим братьям, если ты не блядь. Это нельзя купить, это нельзя продать. Это нельзя отдать предателям, это не может стать указателем пути вспять твоим братьям, если ты не блядь. Они следят за бомотом, они стараются быть модными. Поеботаю их головы заполнены, и это полбеды. И хуем бы им всем по лбу, но моя дочь когда-то тоже пойдет в школу. А там уже есть кто прибанчит порошком. Система выращивает для себя барашков. Все больше МС выходит в город накрашенными. Мне нужен новый рожок в калашников. И мне не важно то, что я не ваш типаж. Я просто тот типан, который читает под гашем. Для тех, кто не ваш. Среди деградирующего сборища это порево то еще урок. Эти истории пора вырезать под корень. Какого хуя, что здесь происходит? И доколе подкури и ищи ответы в этом хардкоре. Горе-рэперы сдаются без боя, особо борзые уходят за разбой. А ты не ной, включай оставшихся. Мы берем это под землей и сжигаем там же. Это нельзя купить, это нельзя продать. Это нельзя отдать предателям. Это не может стать указателем пути вспять твоим братьям, если ты не блядь. Это нельзя купить, это нельзя продать. Это нельзя отдать предателям. Это не может стать указателем пути вспять твоим братьям, если ты не блядь, ё. А раз, два, а загибок желтой ветки в этом месте. Тут пойми. А раз, два, давай следующий. Новый трек. А я последняя война уже совсем скоро, а вы так нихуя и не поняли до сих пор. Пока до вас не дошел палестинский забор, пока на ваши трупы не слетелись вороны, вы будете делить свои профиты поровну. Вы будете качать свои ебаные торренты, качать своей тупой башкой под ебаные гордые признания в любви этому ебаному городу. По вам уже плачет хор в аду, я сэмплирую его аккорды через хорд в аду. Пытаюсь дать тебе повод задуматься, и тебя не должно вести, что я перед этим подул. Что я перед этим подул? А чик-чек, smoke weed everyday. Лучше сдохнуть от рака мозга, чем жить с мозгом рака и всю дорогу тащить телегу обратно. У всех своя правда, чё правда, да ладно вам. Это все лишь для отвода глаз от главного. Грязные дела ведутся на всех частотах, но тут всем похуй, тут снимает чикс кто-то. Кого-то просто заебала тупая работа. Кому охота искать добро в нечистотах? И речь не о стопками уложенных банкнотах. Кто в тебя ебет и кормит, тоже может стать банкротом. Ведь экономика давно расписана по нотам, и ты уже сегодня можешь выходить в окно. Убей себя, сука. Нет смысла, блин. Нахуй так жить. Ёба. Они везут сюда говно вагонами ежегодно через таможню, свободно и можно. Это даже не в ней, это до закона. А ты, ебло, не просовывай через забор загона. Скоро тут будет стоять синагога.
прямо на месте твоего дома, где ты всю дорогу жил и скромно приторговывал, надеясь на подножном корме дотянуть до гроба. Никто не спросит, как звали микроба, разве что только какая в коронках проба. Орлом цвет мед, кровь нефть, с этим дело строго. Последняя война уже совсем скоро. А я за гипок good hash. Когда еще, бля? А чика чек. Давай следующий. Спокуха. Я внизу, и мне похеру, кто ходит поверху. Я пускаю свои рифы по ветру. Чика-чик, я внизу, и мне похеру, кто ходит поверху. Я пускаю свои рифы по ветру. Видишь меня, делай сальто. Я Юра Хой в пальто, печатай желтым понтоном о том, как я потом на черном конторе подругой котомку с потомком. Потом громко объяви о готовности ознакомиться с тонкостями карты вверх мастями, не шести костями. Даже если жестью снова лампур костями сись в ладах с властями, что в трех плоскостях это костяк. Мы на этой планете в гостях, и едва ли они нас простят, и с распростертыми объятиями встретят тех, кто среди третьего сорта в авторитете. Авторы этих строк в ответе за смог над районами желтая ветка Москва. Гурманы, наемники, помните, люди вас всю дорогу наебывали. Мы даем новые, основанные на йоге, на юго-востоке. Для вас открыты наши люки, как люди на Вудстоке. Мы чертим круги на воде, крутим настройки, строим всех по стойке смирно. Готовим эликсир для гурманов, хип-хопом жирного попали под жирно. Наваны не стали жертвами нового. Сквозь бетон Вавилона ведем наши желтые логово. Помни, что уже не дадут второго условного. Шалом улобью. Все ровно, я внизу. Похеру, кто ходит поверху. Я пускаю свои рифмы по ветру. Я внизу. Поверху. Я пускаю свои рифмы по ветру. Я. Чек, я, вкуси мою перкуссию, когда я тут вблизи курсирую. Загибок МС, пиши это имя курсивом. Я вижу, как УЗИ, что кто-то в мозге хуйни нагрузил вам. И здесь, чтобы сделать что-то покрасивее, чем усилитель вкуса пищевого красителя. Ведь не перевелись еще гурманы на Руси из тех, кого не наебешь тразированными лосинами в эфире телевидения канала «Россия». И мы под негров косили, во времена не грози. Но тогда это не пахло пидорастией так сильно. Сидяш уже пороги просы, кто нас пристрастил к токсинам. Лучше принеси нам еще чё. Если чё, ты знаешь, кто мы и где мы. Я внизу вместе с теми, кто в курсе всех этих тем. Вещаем свой мнем из нижних слоев системы. И ряды наши редеют между тем. А ты чего хотел, на что вообще можно надеяться? В пределах четырех со всех сторон заделанных стен. Сможешь ли ты, как кто сквозь щель в асфальте деревца? Где так просто потеряться, никому не доверяй. Ныряй глубже, узнай, что все лучшее рождается внутри этой грязной лужи. Кто-то рвется наружу, кому-то очень нужно ближе к рулевому колесу. А я чё, я внизу. И мне похеру, кто ходит поверху. Я пускаю свои рифмы по ветру. Я внизу. И мне похеру, кто ходит поверху. Я пускаю свои рифы по ветру. Давай. Мегамикс. Good hash. Good hash. Пропитайся туманом. Йо. Этот звук вызывает руши, как Тайсон. Пока тебя не прокидали, пропитайся им. Ты нихуя не даст знания, теоремы лопитали. Отзрывай свой девайс под этими битами. Не надо питания, когда придет пизда ментальная. Знаешь, что всегда есть те, кто не продались, как Металлика. Все детали в хронике. Good hash выводит из нолика, когда бы их хватил голика. Невелика беда, пока лиха беда начала. Не важно вызывать врача, если начало качать. Не разгром на рэп по нашим патчам разоблачается. Не вредно было бы загрузить в Качанову, как когда-то кукулька дал кукурузный початок тальтеком. Мы даем своим чувакам этот трек. Он оставляет след, как на ебле протектор. Делай с него слепых и перед
давай коллегам справа налево, слева направо и так далее. Пропитайся, ман, пока тебя не напитали. Это не увеличит твои гениталии, это, блядь, твоего мозга капитальный ремонт, йо. Это нечто с того конца света, то, что вечером уносит дым в окно с ветром, то, что... который плохо виден сверху. Расположен эпицентр наших побег, это крепкий орех. Возьми добро на пробу, пусти среди своих по кругу. Возьми друг. Вот хэш твой друг до гроба, и ты прочувствуешь это. Я, это ебаный рот. Вот хэш. Я, йоу, нутром. Скажи гуд, скажи хэш, скажи хопаем. Ёба, мы тут неплохие, плюхи стряпаем. Не первый год к ряду, год за годом подряд. Москва, бодряк, лови заряд, ёба. Это рэпчик вроде, это рэпчик, не. Это рэпчик вроде, это рэпчик. Песня про наш город, любимый, ёбаный. Как собака рей. Чик-чик. Я был схабан за отведенную тарифом плату. Эскалатор спустил меня прямо в ад. Этот кишечник начал меня переваривать, сжигая как калории десятки киловатт. И наверху не сладко, и хуй расслабишься. И тут могут пустить с молотка на славу. Бег золотого отла расслаивает на свои. Мы все свои, но все свои стены отстраиваем. Меньше родства, больше чувства сдабленности. Пинстар пристал, пизда всегда поблизости. Ты можешь видеть, как она облизывается, ожидая, когда ситуация накалится. И нам кажется, что нет ни жопы, ни рукавиц. Но почему-то эта улица как психбольница. Кому верить, кому опасаться, кому молиться. И с кем можно разделить свой кусок солнца. Это не ключи муравейник, это не гиперборея. Нас здесь жарят, как собак в горе. Куда их надо, по куда не надо мне. Это не бучий муравейник, это не гиперборея. Нас здесь жарят, как собак в горе. Ты вымещай от погонок по колее. Туда, куда им надо, но куда не надо мне. За матушку Русь строят. Все любят. Это черный день. Это то, что останется, когда перевернется страница и войдет в страницу. Это требуется распространить, не посрамить Русь матушку, взять груз на душу и сказать парням правду о том, что не все доживут до завтра, о том, что не все вернутся назад, о том, что остановки здесь опасны. Но если есть в кармане запаска, все решается в один напас. Зима идет на спад, жизнь учит нас падать. Кто-то просит воды, кто-то нас хавает, как падаль. Черный день грозит издалека нападом, но наш батл доверха наполнен дымом заебатами. Мы снова откатываем его на потом. Этот трек выражает нашу к нему готовность. Он беспонтовный, своего рингтона, своей монотонностью. Но выше ветряка припота на твоем углу. Здравствуй, жизнь напрасная, это сучий черный день. Здравствуй! Здравствуй! А чик-чек. Спасибо. Я узду не беру. Я задержал. Куплет про воздух. Я, говорят, солнце стало теплее. Но только не менее бледен в ебле. Просто теперь немного длиннее осени, чуть гуще тот дым, что на дне осел. Мы стоим на опасном перекрестке, когда зло обнажает свой длинный нос. И надо быть готовым дать ответ жесткий в тот день, когда будет поставлен ребром вопрос. И это похуй в каких ты кроссах, и насколько ты за лето подрос. Пройдет время быстро, ты не заметишь, как просто начнешь платить за воздух в прямом смысле. Кому-то свою капусту, кому-то избранному в узком кругу нерусских. Из тех, кому не подберешься на пушечный выстрел. И ты скорее всего скажешь, хуй с ним, вот что грустно. Хуй поймешь, куда все прутся, у всех круг свой решает только хуцпа. Чем надышаться, легче вдохнуться, сука. Поджигай Махмуд, блять, это напутствие. Йоу! Good hash в зале.